В Одессе состоялось заседание Совета командующих пограничных войск стран-участниц СНГ. Мероприятие проходит в Украине в пятый раз. Одесса принимает его впервые. Заседание Совета – крупное международное событие, направленное на взаимодействие пограничных войск и служб разных государств. Заседание командующих пограничных войск проходит уже 69-й раз. Представители 11 государств и нескольких международных организаций встретились в нашем городе. На Одессу выбор пал совсем не случайно. Ми вибрали Одесу для того, щоб показати наші особливості як на сухопутній ділянці кордону, так і на морській ділянці кордону. Також цей форум проходить під гаслом передові інновації в технологіях, які є вже на кордоні і які будуть застосовуватись в майбутньому. На территории пограничного отряда развернули своего рода выставку. Здесь все самое современное оборудование, доступное украинским пограничникам. В первую очередь разнообразные средства связи, оповещения и радиолокации. За последние годы изменился не только внешний облик стражей границы, но и методы ее охраны. Километры колючей проволоки и сотни солдат заменила электроника. Сейсмические датчики и радиолокаторы способны увидеть нарушителей границы за сотни метров. Впрочем, преступника нужно не только заметить, но еще догнать и обезвредить. Для этого на вооружении у пограничников немало разнообразной техники, вплоть до БТРов. БТР-80 обеспечивает работу по огневой поддержке, прикрытие, блокирование отдельных участков на границе, безопасное передвижение личного состава, а также выполнение других специальных задач. Тем не менее, основу автопарка составляют менее грозные машины, разнообразные джипы, а также лодки и даже квадроцикл и снегоход. Сильное впечатление производит и само обмундирование сотрудников пограничной службы. Перед участниками заседания они предстали в форме, напоминающей американский спецназ. Конечно, осмотр техники и вооружения не единственная цель мероприятия. Сегодня на заседании совета мы рассмотрим 11 вопросов, важнейших вопросов жизнедеятельности пограничных ведомств, обеспечения пограничной безопасности на внешних границах нашего содружества. Подпишем порядка 20 с лишним документов, касающихся пограничной безопасности. Взаимодействие пограничных войск разных стран просто необходимо для предотвращения многих опасных явлений, отмечают участники заседания. Первое из них – контрабанда наркотиков. Для контроля над ней пограничники уделяют внимание не только своему региону, но и геополитической обстановке. Один из вопросов, который сегодня актуально будет звучать на Совете командующих, это обсуждение вопросов, связанных с Центральноазиатским регионом, обстановки, складывающейся в этом регионе в связи с предстоящим выводом из Афганистана коалиционных сил в 2014 году. И мы будем обсуждать те меры, которые необходимо предпринять для того, чтобы не допустить распространения наркотиков на государство. Константин Гак, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».